Приветствую всех, ребята. Сегодня будем жарить шашлыки. Немножко отдохнем. А с завтрашнего дня уже начнем копать картошку. Потому что работы много на огороде, да. Надо выкопать, отсортировать, перебрать. Вот по ящикам мы раскладываем мелко в одно место, крупно уже подготавливаем для того, чтобы можно было в дальнейшем кушать. Погода у нас солнечная на сегодня. Еще, конечно, и косить траву надо и во дворе, и за забором, так как видим, заросло все. Заросло. Картошка хорошая получилась, крупная. Сюда мы ссыпаем крупную картошку в подвал. У нас я вот сегодня люблю кофе со мной. Без кофе никуда. А ты попробовала, на тебе горько, да? Он не горький, он горячий. А, горячий просто. А на вкус, как тебе? Чи ты не понял? Что, понравилось? Что, серьезно? Да. Ой, вот я не один такой, кто кофе любит, да, Ваданчик? Да. Красота. А что ты за батончики купил? Они с орешками или чем? В общем, едем домой. Да, Бодька? Да. Для Бодика самая лучшая мотивация – это подписка на канал. Максимально поддерживать канал, чтобы и Богданчик снимал мукбанги со мной, да, Бодька? Угу. Поэтому, ребята, поддерживаем максимально канал. Всех благодарю, кто это делает. А кто еще это не сделал, ждем вас. В общем, поэтому не забывайте поставить лайк под этим видео. Вот. Позитивного всем хорошего, ребята, дня.